А? Давай. Нет. Чего нет? Не пойду. Иди. Что? Я тебя сейчас настигну. Угрозы вслед, да? Сыпет, сыпет угрозами. Вот, все. Вот теперь рабочая атмосфера. Он не хочет. Право? Я упал и умер. Боже, как он уместно сейчас! Каждую букву попал! Подожди, что здесь есть? Бочка. Огонь. Я только что мне нырнул. Они такие, ага, мы тебя видели, где же ты, где же ты? Где же я? Ха-ха-ха! У них из глаз фига. Где же я? А! Найден! Нет, говно! Боже! Ау! Да ж... Хватит, ну чё ты? Откуда столько ненависти так бедному несчастному гоблину? Давай-давай-давай, пошёл. Не было никакого нойза, идите нах! Попал! Ща-ща-ща, нет, difficulty down, иди ты в жопу! Он даже над этим троллит, типа, выбери режим игры полегче для себя, чё ты как кобыла? Да поспокойнее, откуда такая паника-то? Убежал вообще хер, когда где-то там шкаф нашёл. Никого здесь нет! Стрим Андромеды... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! В шкафу никого, никого в шкафу! Хе-хе-хе, подожди-подожди! Подожди, 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 есть у меня одна идейка. Вот это... БАП! Ну сейчас есть за что ругаться, Сергей, ну как так? Погоди, погоди, у меня есть одна идея. Да я покурю пока, сейчас вернусь. Нет! Лучше мудак, хорошо же висели. So I wouldn't have to die. You know what I mean? Все, теперь можно покурить. Психованный гоблин, какой-то со второй стороны. Да какого хрена? Да что ты делаешь? Ты заебал. Да ладно, нормально. Очень любопытная игра. Я пока не до конца понимаю, что происходит. А! Да! Да отвали ты нахер, задолбал! Ой, так это кофе. Задолбал! Я делаю все, что могу, но я могу немного, учитывая, что ты можешь тоже немного. Единственное, что у тебя может твой клон, это в принципе просто толкаться. Это не сказать, чтобы что-то такое, что невероятно нам помогает. Хоть бы ебаный нож взял. Нет, блядь. Он, сука, у тебя гоблин. Кусай за горло. Пум-пу-пум-пум. Винни-пух. Это? Или что? Винни-винни. И я такой... Потому что... Что я сделал? Потому что... Я так и планировал. Ну, даже... Вот это, наверное... Это же... Пошел нахуй, это ответ. Вот он сказал, он меня даже нахуй послал. За что? Блять, сколько здесь людей. Блять, да что как-то. Не ожидал я здесь актера. Отвали со своей real life и тому подобное. Ты вообще гоблин, тебе нарисовали. Ты хуже Дэдпула, потому что ты зеленый урод. Хотя Дэдпул тоже урод, я забыл совсем. Говно! Ладно, ты неплох. При том, что эти разработчики, ну, опять же, это будет уже непосредственно с сайтом. Я... Вот это прям... Вот это прям топ. I'll be back. Да, конечно, да. Ты видел, какой палец он тебе показывал? Он говорил перед тем, как он начнет погружаться в туман, I'll be back.
Ну да, и фачелу в конце. Ну давай посмотрим, да? Потому что мы с тобой, по идее, можем подняться повыше, спуститься пониже. Таргет вон. Умел. Так, теперь нам просто свалить надо отсюда, да? Но это тоже такое, как бы просто... Ага, нет, действительно... Свалить. Как бы миссия пройдена. Иди в жопу, я сделал все как надо было.